Всем привет! Вы на канале MyPlanet, и в этом видеоролике я расскажу, как окукливались гусеницы табачного бражника. У меня есть вот такие гусеницы, которых я купил для того, чтобы кормить животных. Я хочу посмотреть, как эти гусеницы будут превращаться в бабочку. Выросли они достаточно быстро, буквально за неделю набрали 1 сантиметр. Теперь можно попробовать добиться их окукливания. Для этого у меня есть пара контейнеров, в которые я насыпал кокосовый субстрат. В них поместил гусениц, и теперь нужно подождать и посмотреть, будут ли закапываться гусеницы. Ведь в дикой природе эти гусеницы окукливаются именно под землей, как и большинство бражников. Гусениц я назвал вот так. Спустя буквально день гусеницы закопались на дно контейнера. А еще через пару дней они превратились вот в такие куколки. Я их раскопал для того, чтобы показать их на видео. Вблизи можно отчетливо разглядеть будущие крылья бабочки, также крупные глаза и хоботок. Теперь для них я хочу сделать такой инсектарий террариум. На дно насыпаем субстрат, а также я поместил туда пару веточек. Все увлажняем и помещаем на дно куколок, для того, чтобы, когда бабочки родятся, они без труда могли забраться на эти веточки и расправить крылья, ведь в маленьком контейнере им это будет сделать сложно. Закрываем все марлей и оставляем его в таком виде, примерно на пару недель. На этом все, всем пока, вы были на канале MyPlanet.